Всем бобра, дорогие друзья, с вами Винди. Сегодня мы с вами поиграем в игру под названием Home Sweet Home. Это типа дом, милый дом. Приветики. В общем, эту игру я проходил уже. Первая серия у меня была в описании, если тебе интересно, можешь посмотреть. И да, там какая-то девчонка что-то стоит, плачет. Это, я так понял, какая-то местная бабайка, которая постоянно будет пытаться меня поймать. Она в первой серии меня несколько раз даже ловила. Я не мог никак обойти. Это очень-очень-очень-очень-очень было грустно, потому что потратил тонну времени. А, ой, окей. Я почему-то подумал, что эта дверь не туда. Эй-эй-эй! Никого нет. Фига. Вот это здорово. Какие-то там веники понакидали. Че это такое? Это странно выглядящая куколка. Эта кукла мне напоминает... А, окей. Это мне напоминает именно то, что мне это напоминает. Двух целующихся и связанных людей. А, и это у нас типа вуду, какой-то вуду ритуал. Окей. Она все еще там. Криповая хрень. Ясно. Наличие ящиков здесь показывает, что за мной сейчас будет... Окей, именно оно. Именно это мне и напоминало. Она обо мне догадается? Догадается ли она, что мне здесь нужно сидеть? Я имею в виду, догадается ли она, что я именно здесь сижу или нет? Видимо, нет. Женщина! Женщина! Вам неплохо бы чуть-чуть интеллекта добавить. Когда получите level up, добавьте интеллект. Я знаю, это отвратительная шутка. Что за дерьмо? Его раньше не удивляло то, что на него нападают женщины сквозь земли, сквозь пространство, сквозь стены. И теперь его вдруг удивил потолок, который писает на тебя кровью. Чувак, это самая странная вещь, которая находилась здесь. Могу пройти? Не могу. И опять мне нужно, видимо, будет прятаться. Что это за хрень? Это может быть Circuit Breaker. Я не знаю, что это такое. Я не вижу ничего. Хотя, возможно, мне туда надо будет пройти. Если что, я прячусь. Если что, я в домике. Дверь закрыта. Печально. А как мне его теперь починить? А, понятно. То есть мне нужно найти вот такую вот фигню новую и заменить ее. И тогда все будет работать. В этой двери, наверное? Что за звук? Только не говорите мне, что она не догадается, где я. Сейчас она пойдет не ко мне, да? Сейчас она пойдет куда-то туда. Да. Человек-картошка, дамы и господа, прямо перед вами. А если я сейчас прямо выйду, она меня заметит? Да, я думаю, она меня заметит. Не настолько, что она глупая. Нет, я не хочу рисковать. Я лучше подожду. Вроде бы ушла. Да, вроде бы она свое. Женщина. Вот она. Он стоит спиной ко мне. Ага. То есть теперь я должен мимо нее пройти и куда-то что-то здесь найти. Нажмите и туда поверните, чтобы выглядывать. Эхэй. Нет никого. А где она вообще? Ок. Окей, ушки. Ясно, понятно. Я могу как-нибудь через это перепрыгнуть? Или отодвинуть? Нет, не могу. Не дано. Не дано мне ничего отодвигать. Ё-моё. Шкаф, спаси меня. Спаси меня, шкаф. Дверь закрыли, шкаф, привет. Она так целенаправленно бежала к моему шкафу и прямо перед шкафом почему-то растерялась. Ты прикалываешься? Какое-то стадо этих скрипачей меня постоянно пугает. Видимо, за этой стенкой где-то скрипачи там тренируются, они постоянно очень вовремя издают звуки. Ой, нет, так она меня, наверное, спалит. А, слушай, я могу даже так подниматься. То есть я могу прямо по полному кругу летать. Здорово. Где она? Женщина. Видимо, она где-то там, справа, да? Точнее, слева прячется. Не, вот она, вот она. Ко мне подплывает. Нет. Нет.
отлично. Я не понимаю, что у нее не так с мозгом. Шикарно. Интересная атака. Тра-дра-дам. Я говорю, группа скрипачей очень вовремя издает звуки. Ну что, смогу ли я как-нибудь? О нет, не смогу. И как мне мимо нее вообще протиснуться? Ну я думаю, что когда она будет уходить в ту сторону, тогда мне нужно, наверное, выйти. Да, вот она как раз поперла туда, и я такой, оп-оп. Понятно, отряд скрипачей как раз начинает издавать звуки. Ровно когда она ко мне поворачивается, она прям в тот момент такая, повернулась. Она, по-моему, топала. Там сидит. Сейчас она двинет, выдвигай. И пока она двигает туда, я двигаюсь сюда. Смотри, как синхронно. Шикарно. Женщина, мы с тобой можем, наверное, работать вместе. Сюда. Ящик. Вот в этот. Как все красиво сработано. Она даже не догадалась, что я мимо нее прошел. Зачем я сюда пришел? Я нашел коробку, которая как раз не... Закрой рот! Радио пыталось меня подставить. Ой-тя-тя, радио! Не надо пытаться меня подставлять. А если, наверное, я ее включу, то... Что? Здесь написано «Зони». По Sony, так и «Зони». Эта фигня пыталась меня подставить. Тварь. Пластиковая тварь. Даже радио под наше время доверять нельзя. Такая вот жизнь печальная. Ничего себе я даю. Ничего себе даю. Пронесся, как лев, как невидимый лев. Я не знаю, что я за хрень несу, чувак, извини. Бегом. Чисто. Вот это да. Настолько чисто пробежал. Она вообще не прочухала, где я. А, вот что мне надо было. Будем надеяться теперь, что за этой дверью не будет стоять эта чупакабра. Где она вообще? Ну, видимо, что не здесь. Блять. Сука, вонючая дверь. Не пугай меня так. Лампочка. Нужно сюда электриков привезти, когда приду. Че это такое? А, понятно, это она отсюда опять вытискивалась. Домик. В этом домике можно было бы поселить парочку клевых птиц. Что внизу? Зебры. Не люблю, блин, зебру. Они клевые, конечно, животные, но не мое. О, подковка, кстати говоря. Где она? Да, можно было этого ожидать. Можно было четко ожидать, что она полезет как раз оттуда. Давай! Все, я, кажется, спасся. Так, какого хера? Ну-ка, стой. На меня стой, не падай. Она бежит за мной прямо. Ай-яй-яй. Я в какой-то каку вступил. Да ты что делаешь? Да, действительно, оставь меня в покое. Yes. Это выход. Да-да-да-да-да-да-да-да. Окей, можно было догадаться. Куда она делась, говорит? Она по-любому где-то рядом. Ой. Я встал в самый центр. Сука. Меня больше испугал свет, который резко начал мигать. В общем, такое, да? Неплохо. Неплохо сделано. Мне понравилось. Спасибо за то, что играли в нашу демку. Полная версия будет выпущена в второй четверти 2017 года. Прикольненько. Довольно страшно, особенно к концу начало неплохо заходить. Там еще какая-то паранормальщина невероятно началась. Ладно, ребята, я надеюсь, вам понравилось это видео. Подписывайтесь на новое видео, оставляйте свои комментарии. И пока-пока-пока. Удачи.